Вот они какие хорошенькие, красавчики, перчики. Сейчас мы их нафаршируем. Или нарежем в салатик, или то и другое сделаем. В салатик вообще хорошо, он хрустящий, такой сочный прям. Сейчас мы его нашинкуем. Помидорный салатик добавляем. Обычный помидорный салат становится таким свеженьким, хрустящим. Огурцов нет, сейчас есть, зато перцы. Вот, отлично дополняет салатик перчик болгарский. Яркий прям светофор.